Страница, которую не вырвать из книги мировой истории. В память жертв Холокоста в Ульяновске проведут концерт. В программу под названием «Желтые звезды» войдет увертюра на еврейские темы Сергея Прокофьева. Вокалист для сопрано оркестра Антона Шварца и симфониетта номер один на еврейские темы Мечислава Вайнберга. Автор идеи – дирижер Ульяновского государственного симфонического оркестра Сергей Кис. По его мнению, такой трагичный посыл не может испугать публику, ведь искусство – не только развлечение. Некоторые произведения прозвучат впервые на ульяновской сцене. Точно впервые прозвучит симфониетта Мечислава Вайнберга. К сожалению, эта симфониетта не так часто исполняется. Вообще музыка Вайнберга не так часто исполняется. Ульяновский симфонический оркестр вместе с хором, солистами и театралами подготовили программу глубокую, погружающую в атмосферу тех страшных лет. Представители ульяновской еврейской автономии поддержали идею Сергея Киса. Чтить память о миллионах замученных и убитых людей посредством музыки – это один из доступных и одновременно возвышенных способов. 27 января – день освобождения, день, когда советские войска вошли в Освенцим или Аушвиц. Значит, вот этот день объявили днем Холокоста. Я, откровенно говоря, не очень люблю это слово. У евреев больше принято слово «шоа» – «катастрофа». Концерт состоится 27 января в 18:30 на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Напомним, День памяти жертв Холокоста утвержден в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Ульправда ТВ.